Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, начнем с того, что завершаем дополнительные задания. Так, открыли набор карточек. Использовать ускорение, так, с едой. Собрать еды, да что ты. Она где-то у меня здесь уже готова, созрела. Хавка, вот она. Так, сразу активируем. Внимание, босс, какой-то додо. Интересный. Так, смотрим здесь. Вот меня интересует, зайдет эволюция все-таки или нет. Да неужели? Все, дождался, друзья мои, этого момента. Так, стегоцератопс. Это круто. Поместить. Ага, это у нас свеженький. Так, ну и мы его можем теперь еще и покупать. Это классно, ребят. Это очень круто. Давайте-ка я его прокачаю. Хотелось бы посмотреть, как он против лите... О, гибрид. А с кем он? А, монолофозавр. ДНК 2000. Ага. Нужно его до 40 уровня. А у меня сколько ДНК на него? Фиг поймешь, сколько ДНК. Почему-то они разные все, ребят. Эти ДНК. Так, давай-ка мы с тобой заберем. Опачка, награда. И здесь тоже. Так, использую ускорение, это я все сделаю попозже. Я сейчас хочу посмотреть, блин. Я хочу сейчас глянуть, что у нас по событиям. Так, схватка редких, опасные травоядные. И смерть точно дода. Вау. Да что ты, блин, надо вот эту вот статую получить. И сразиться за главный приз. У нас еще и арена, что ли? Или подожди, или это не арена? Карбонемис. Фига себе. Это, ну, это голимая черепаха, согласись. Так, дода. Давай посмотрим, что это за дода. Я хочу глянуть, ребята, что это за существо такое. Блин, это у нас травоядное, да, получается? Блин, мне как бы не хотелось бы тратить своих, как бы тебе сказать. Ладно, давай я возьму вот так вот, к примеру. Раз он травоядник, значит... Хищники должны ему наносить отличнейший урон. Просто, ребят, для того, чтобы глянуть, что это вообще за босс, как он выглядит. Ох, ёк-макарёк. Атакуем. Блин, выглядит он прикольно. Упал такой. Ну, он сейчас, конечно, меня тут распишет, понятное дело. Да, и музыка опять как всегда куда-то исчезла. Так, ну что, велоцираптор? Бомбим. Ну, на самом деле его можно подбомбить, если, ребята, брать наших топовых динозавров. Но я не хочу тратить, потому что у нас есть события. Так, ютиранус. Хотелось бы, конечно, его уничтожить. Блин, 30 хп осталось. Он еще, смотри, весь электричным переливается. Ну все, нам крышка. Ну, главное, ребят, я посмотрел. А моя цель была просто глянуть на него. Если, конечно, у нас были бы все задания выполнены. Но если бы они были выполнены, я думаю, что у нас бы не осталось свободных динозавров именно для этого события. Слушай, а здесь можно неплохо ДНК зарабатывать. Используйте не менее 6 существ категории травоядные. Ну да, можно было бы. И опять написано «закончено». Я хочу получить, ребята, вот эту вот статуэтку. Вот что для меня главное. Так, забираем здесь. Так, ну и пойдем теперь на события. Так, суперредкие. Травоядные. Ну давай, наверное, суперредкие поиграем. Так, велоцираптор, метеоринг и раджазавр. Значит, тут хищники. Я возьму, наверное, сюда Капразуха. Возьму Аэротитана. А против Раджазавра кого взять лучше-то нам, а? У меня не такой уж богатый тут выбор, если честно. Да. Ну, давай возьмем. Твою налево, я не знаю, что взять. Давай Пастазуха возьмем, фиг с ним.
против Раджазавра. Так, ну что, начнем с атаки. Музыка опять куда-то исчезла. Как меня вот это раздражает, а, когда музыка исчезает. Он меняет. Я знаю даже на кого, да, на Метриоринха. И атакует. Нам, наверное, выгоднее тогда взять Титана. И что, и что? И взять бонус. Он сейчас будет меняться. Испугался, сразу меняет. Сразу меняет. Ну, Раджазавра нам тоже здесь не в указ, поэтому мы его сейчас, наверное, с тобой не получится, да? Смотри, а у Пастозуха-то больше атака, чем у Капразуха. Интересно. Ну-ка, давай, раз, два, три. Ага, взял защитку. Но это не страшно. Сливаем две атаки. Ну что, я думаю, в принципе... Так, у нас ускорение стоит. Я думаю, что такое-то? Раз, два, три. Я думаю, вот так будет оптимально. Да, минус. Ну что, выходит Велоцираптор. Ему нужно слить две атаки. А он сливает три. Ну, нам тогда проще будет его даже разобрать. 167. Раз, два, три. Раз, раз. Вот так вот я сделаю. Пока, родной. Ну и выходи сюда, Метриорин. Я с тобой еще не закончил. Что он там будет делать? Нет, 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 не пробьет. Пробил. Как же так-то, друзья мои, как же так-то он. Ну все, гаденыш. Давай, Пастозух, рви его в клочья. Слушай, я не думал, что Пастозух будет сильнее, чем Капразух. Вот, серьезно, я даже об этом и не думал. А получается-то вот так. Хм. Так, ну нам нужно еще с тобой битву выиграть. Подожди, там... Ладно, не будем отвлекаться. Так, Скалозавр, Гигантоцефал и Джетс. Опять же, здесь нужны хищники, ребят. Блин, Велоцираптор, придется тебя брать. Велоцираптора взять. Вот, как раз мы с тобой попробуем сейчас Стегоцератопса, что он себе представляет. И... Вот так вот сделаем. Поехали. Да, я знаю, что он слабенький хищник. Но, тем не менее, даст нам какой-то буст определенный. Так, 131 к атаке. Берем на буст. Что он сейчас будет атаковать? Опять музыка исчезла. Он будет атаковать... Нет, он меняет на кого? На летуна. Ну, 200 атаки-то, конечно, это... Это жирно, это мощно. Так, ребят, я все сливаю. Я просто хочу посмотреть, что он будет делать. Давай, давай, давай. Ничего он не стал делать. Ах ты жук ты такой-то навозный. Ну, давай две атаки проверим. Ага. Прикрылся все-таки, да? Ну и что ты там дальше будешь делать? Все, парень, тебе крышка. Ты раскрылся, я этого и ждал. Так, ну нам нужно всего лишь две атаки тут нанести. Раз, два. Остальное сюда и вот сюда. На-ка, выкуси. Гигантоцефал вышел. Явился, не запылился. Окей, окей. Так, мы тебе сколько нам нужно? 643 хп у него, да? С запасиком возьмем. Вот так вот. Ну ему крышка, естественно, ребят. На. Так, и выходит Скалозавр. 156 к атаке. То есть 4 проходных получается, да? Не, здесь ему ничего не светит. Все, пора его валить. Пора его валить, друзья мои. Давай, давай, давай. Че, разбегаешься, что ли?
Точно разбегается? На. Легче парень на репа, ребят. По-другому не скажешь. Так, шикарненько. И остается последний нам поединок, да? Так, здесь стегозавр, суперзавр и спинозавр. Блин. Хищник сюда еще воткнули, а ты посмотри. Так, берем анкилодока. Тропиогоптера. Вот против него такого взять. Блин, по идее надо. Хватит у меня, хватит. Вот так вот я сделаю. Твою налево, немножко не так сделал. Не так сделал, ладно. Мне надо было брать хищник. Ну, ну, лопухнулся одним словом. Лопухнулся. Давай сделаем так. И вот так. Мне надо было просто брать велоцираптора и все, ребята, и не париться. Ты что не идешь-то? Велоцираптор бы порвал бы и стегозавра, и этого. Ладно, фиг с ним. Я просто знаю, что он сейчас будет делать. Он сейчас будет менять вот на этого ханорика. Ну, о чем я тебе и говорил. Еще и атакует, а? Так, остается... Остается нам сделать вот так. Две атаки мало, но я все равно, ребят, пропишу. На-ка тебе. Пускай там дальше меняется, что хочешь делать. Меняется. Ой-ой-ой-ой-ой. Напугал ты меня. Так, что же нам здесь сделать? Я, наверное, сделаю вот так вот. Он взял одну защиту. Если сейчас все сольет, мне крышка. А, нет, выживем, выживем. Или нет? Выжили. Фух. Ну что, мы можем его, в принципе, мочкануть, но я делать буду это... Да, именно вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз. Так, ему крышка. Пошел отсюда. Так, суперзавр. Он, конечно, может поменять сейчас. Если он поменяет, это будет плохо. Он ничего не стал делать, и это удивительно. Так, и это удивительно. Я, наверное, все солью, ребят. Вот так я сделаю. Так, ну что, естественно, выходит спинозавр с целой кучей там очков действий. 7. Как минимум ему нужно будет слить 2. А он... Все, он сам себе подписал смертный приговор. Ну что, Капразух, пора отомстить. Я знаю, что ты хочешь отомстить. И месть свершается. Прекрасно. Все, ребята, мы отыграли с вами. Ну что, сейчас обычный пак с тобой получим. Или рулетку крутанем. На... Обольщаться здесь не стоит на слишком крутых динозавров. Но нам выпадает набор. Деньги, хавчик. О, спинозавр. А у меня, по-моему, его и нету. Или есть, я уже не помню. Так, и 260 очков. Отлично. Так, подожди, как меня вот это уже напрягает. А с кем там? Нет, этого мы с тобой ловить не будем. У нас не получится его поймать. Самим. Так, здесь у нас ничего нету. Слушай, а спинозавр у нас действительно есть вообще? Сейчас посмотрим. Спинозавр. По-моему, у меня... Вот, да, ребята, это новинка. Поэтому надо выводить
не хватает, не могу. А чё я, кстати, туплю-то? У нас же здесь... Вот. Ирритатор. Подожди, а разве ирритатора у меня не было? Мы его, наверное, скрещивали с кем-то, да? С кем он там гибрид? А, ну да, это диплотатор получается. Так, хорошо. Что у нас там еще с тобой осталось? Угу. Капразух. А, нундазух. Так, его тоже новенький? Да что ж такое-то? А ты-то с кем у нас? А, нундагозавр, конечно же, конечно же. Так, и последний, кто у нас там застрял? Афиакадон, да? Афиакадона мы помещаем сюда. И, кстати, их можно будет уже прокачивать. Только с кем он у нас гибрид становится? Сейчас посмотрим. Он у нас с Галимимом. А Галимим у нас есть? Галимим есть. И тут есть. Ну вот зачем я это сделал? Вот зачем я вот это сделал? Мне нужно спина... Ну, ладно. Так, ну что, ребята, продолжаем наши поединки. Смотрим, что у нас там еще по событиям есть. Травоядные, минимум модов один. Так, травоядные против травоядных, что ли, получается, да? Что у тебя там за мод стоит? Увеличит урон на 15%. Здесь снижает показатель атаки противника на 15%. А здесь снижает... Ты смотри, какие жуки, а. Ну, допустим, допустим. Только чисто одни травоядники, да, могут участвовать здесь. Блин, плохо, конечно. Мне как бы и взять-то некого особо. Раз, два, три. Какой тут мод лучше взять нам? Живучесть? Это что такое? Да ёк-макарёк, зачем ты... Что ты делаешь, Рей? Ну хорош. Дурковать. Я просто хочу посмотреть. Увеличивает так союзных существ на 500. На 500 я возьму. Так, а берсерк что делает? А, повышает. Но снижает ОЗ на 25%. Слушай, ну как бы прикольно было бы, наверное, взять. Вмешательство. Это что такое у нас? Отключает мод вражеского существа. Так, на 10%. Тоже активируем. А отвлечение? На 15%. А здесь? Всех вражеских существ. А здесь только одного, да? Ага, только одного. А несокрушимость увеличит запас УЗИ, да, в команде на 15%. Да ёпперс это, ну... Давай это тут поставим. Просто хочу глянуть, что у нас из этого вообще получится. С такими вот модами. Бодрость. Опа. Несокрушимость. Оп. Так, у него кровожадность. Так. Понижает, да? Окей. Так, ну что, я, наверное, возьму бонус. Глянем, что он будет делать. Атакует. Прикинь, в наглую пошел, в атаку. Сносим тогда его к чертовой бабушке.
Так, аморгозавр. Отвлечение. Щупань же это такое. Угу, вот так вот ты, значит, да, жучара навозный. Влупляем по полной. Иди отсюда. Трицератопс мод 2. Ну, тут-то понятно, ушатает. Две атаки сейчас потратит, но мы его тоже ушатаем. А, нет, нет, нет. Берсерк. Хотя, погоди-ка. Проверим. 44 хп осталось. Так, ну что, сможет ли он меня пробить? Мне кажется, вряд ли. Хотя пробьет, ребят. Ну что, давай, родной, там осталось ему добить шиш да не шиша. Поехали. На-ка. Из-под тяжка хвостиком. И затанцевал радостный. Затанцевал весь довольный, счастливый. Ну, дальше нам с тобой нет смысла драться, потому что травоядников практически не осталось, а те, что остались, они... Ну, ты понимаешь, да, что они тут... Дракорекс. Я помню, разыгрывался когда-то этот Дракорекс. То есть, ну, нет смысла мне сейчас туда лезть. Лучше подождать, наверное, мне кажется, когда вот эти вот отойдут, и потом уже попробовать сунуться. Так, схватка чемпионов — это бесполезно. Сразиться за главный приз. Ну, здесь можно, ребята, еще сыграть, потому что хоть кто-то здесь у нас да еще и остался. Так, первый поединок самый простенький, поэтому надеюсь, меня не обманут. Так, за рекламу, наверное. Так, ну что, давай посмотрим, что же нам все-таки... О, Аланка, Диплокаус и Стегоцефал. Ну, я тебе говорю, это первый поединок, поэтому здесь будут слабенькие противники. Так, ну что, мы этого сразу гасим с удара, так сказать. На-ка. Вот ты заметь, как только мы наносим удар, сразу музыка куда-то улетает. Просто в небытие. Слушай-ка, так мы и этого тогда, получается, с двух атак можем вырубить. Да, Диплокауса. В принципе, да. 38 и 38, это получается 76, а у него 63. Ну что, что-то тут что-то еще крякает, посмотри на него. А вот Стегоцефал, ну тот, по-моему, будет посерьезнее, чем Диплокаус. И у него атака будет помощнее, поэтому он, скорее всего, вырубит мне. А нет, практически то же самое. Ну что, тогда, получается, мы, ребята, их уничтожаем одним своим динозавром. Монолофозавром. Ну давай, давай. Все, погнали. Растопчем его. Шикарненько. Ну что, тогда переходим на следующий поединочек. Так, мы сейчас посмотрим, куда мы передвинемся, если вообще передвинемся. Повысят нас по рейтингу, по рангу. Ну-ка, были детеныши. Так, подожди, а что, мы разве не переместились никуда даже? Эх, хавчик, ладно, фиг с ним, пускай будет хавчик. Вообще никуда не перенес... А почему? То есть мы до того в самом днище находимся, что нас даже не стали перемещать никуда. Хорошо. Так, ладно, я возьму, наверное, Лимносцелиса тогда, Велосираптора и Бронитозавра. Так, сейчас посмотрим, кто... Так, Джунгариптер, Каритозавр и Пастозух. Ну, что-то здесь уже, по-моему, посерьезнее противничек-то будет у нас. Как по мне. Если мы возьмем вот так. Джунгариптор сразу обделался. 17 атаки. Окей. Он сейчас Каритозавра возьмет, скорее всего, или кого? Пастозуха. Окей. Валим. Все, Пастозуха как будто здесь и не было. Выходит Каритозавр. Ну что ты сделаешь? Каритозавр.
Ничегошеньки, да, не стало? Ну что же, мы тогда сделаем, наверное, с тобой вот так. И две атаки. Пошиящину получил. Ну давай посмотрим, что он будет делать. Меняет на джунгариптора. Окей, окей, я тебя понял прекрасно, парень. Я тебя прекрасно понял. Поехали, ребят. Пшел отсюда, щенок заморский. Ну что, и остается каритозавр со своими 19 хп. Очень интересно глянуть. Ну и что ты там пыхтишь-то? Ты думаешь, это тебе поможет? Ой. На что он там вообще рассчитывал, не знаю, ребят. Все. В пух и прах разнесли. Ну, красавчик, красавчик. Так, сейчас-то мы хотя бы хоть куда-нибудь перейдем. В ранге или что, или так будем на месте стоять. Неужели сдвинулись мы с тобой с мертвой точки? А, мы на добыче. Так. Ну, уже хоть что-то, ребят. Уже добытчики мы. Так, что же нам здесь достанется? 15, ну 16 тысяч монет. Окей. Продолжаем наши схватки. Так, ну-ка давай возьмем с тобой нондогазавра. Так, тут можно бесплатно откатить. Так, возьму унезавра. Так, здесь тоже бесплатно можно. И, наверное, топижарочку. И ожидаем, ожидаем. Так, диплокаус, пастозух и пирораптор. Блин, пирораптор у него стоит в самом конце. Угу. Слушай, мы, кстати, можем сейчас... Наказать, конечно, не получится, но звезданем мы его хорошечно. Нондагозавр. Так, что он сейчас там будет делать? Интересно мне знать. Ему нет резона меняться на хищника. Вот на пастозуха, если только. Но опять же, он мне проиграет. Ничего не стал делать, да? Окей, две атаки тогда. Появляется пастозух. Но с дополнительными очками действий. Так, 109 к атаке, 149 хп. То есть он мне на один удар получается, да? Окей. Я этот удар обязательно сделаю. Проверочка. Готов. Ну а пирораптор здесь вообще ничего не сделает, ребята. 33 к атаке, 174 хп. Смех, да и только. Ну, как ты понимаешь, вот все-таки, ребята, да. Гибриды — это вещь. Особенно, когда эти гибриды прокачаны до 40 уровня. Это вообще топчик. Погнали. Все, пока, пирораптор. Замечательно. Так, и смотрим, куда мы с тобой там поднимаемся. На какую ступеньку, на какой ранг. Так, мы на выжившие перешли. 25% лучших. Это шикарно. Так, награду. Да ё-моё, ну мне чтобы дать классические бойцы. Так, ну вот теперь здесь уже, ребята, 25%, как говорится, элитки. Не знаю, давай возьмем нондагозавра опять же. Тиранодона и кого-нибудь из хищников. Астафрикозавра. Ладно, не будем с тобой тут рекламу смотреть сразу же за баксы. Хотелось бы мне глянуть, кто здесь у нас будет. Опа, опачки. Саркозух, пирораптор. Ну, в принципе, с этими ребятами мы можем справиться. Со всеми. Так, ну что, я сразу атакую. Дилофазавр.
посмотрим, что он будет делать. Понятно. Тогда вырубаем. Саркозух, ничего себе, 109 атаки, это на втором-то уровне. Ого. Что ты будешь делать, а? Атакует. Это борзо было с его стороны. Очень борзо, ребят. Раз, два. Этого достаточно, да? Да. И бонус. И отсюда. Так, пирораптор. Я думаю, что ему даже не хватит, если он все сольет сейчас на атаку. Вряд ли он сможет нас вырубить. О, зря ты это делаешь. Зря ты вот так вот сделал, парень. Погнали. В разнос. Вот и все. Очень быстро у нас получаются бои. Но в этом и вся фишка, ребята. Так, сейчас посмотрим, мы с тобой вообще сможем еще подняться повыше или нет. Ага, мы только перешли. 85-я позиция. Давай смотреть. Лига выживших. Эх. Лучше бы дали мне 375 ДНК вместо 75. Так, ну тут уже, понимаешь, да? Тут уже все по-серьезному. Так, диплотатора возьмем. Сфенокодона. И Эдиоморфодона. Вот так. Давай посмотрим, кто против нас здесь будет выступать. Ух ты, ух ты, ух ты. Рамфоринг. Но у нас как раз диплотатор здесь очень хорошо подходит под тиранозавра. Очень хорошо. Единственное, что вот рамфоринг мне совсем не нравится. А он сейчас 100% его возьмет. Поменяется на него, да? Ну-ка. Будешь меняться или нет? Будет. Конечно, будет, ребят. Куда же он денется-то? Ну и я тогда поменяюсь. Мало того, что поменяюсь, я еще и бомбану. Ага, защиту поставил. Окей. Атакует, ой, зря. Смешно. Раз, два. Раз. Ну ты понимаешь, что рамфоринг погибает. Тут же и следом идет лимносцелис. У нас летунчики как раз очень хорошо бьют против рептилий. Ему нет резона вообще ничего делать. Даже меняться. Смешно. Давай так сделаем. На тебе. Ну что, тиранозавр мод 2. Вот мы и свиделись. Ну давай, 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 что-нибудь делай. Ох ты, как больно-то, а. Половину здоровья оставил мне. Вылупляем по полной программе. Ну что, ты сам понимаешь, что победа здесь за нами. Шансов у него тут выжить вообще нет. Прекрасно. Так, ну что, двигаемся дальше. У нас еще вроде бы есть динозавры, поэтому можно спокойненько повоевать. Ну-ка. 71 место. Дайте мне доллары, у меня денег нету. Эти 75 ДНК. Не это я хотел на самом деле. Так, ну что, продолжаем. Друзья, продолжаем. Берем Метрия Кантозавра.
Так, дальше кого нам взять-то еще лучше? Ну, давай возьмем птеродактиля. Блин, диплотатора. Давай вот этого возьмем. Ну, ух ты, ёк-макарёк. Вот это плохо. Блин, у меня ни одного травоядника нету, прикинь. Ладно, этого я ушатаю, в принципе, с удара. Окей. Так, дальше у нас появляется стегозавр. Стегозавра, в принципе, тоже с удара можно вырубить. Меняет. И что он хочет этим доказать? Молодец. Съешь конфетку. На тебе. По полной программе. Все, прощелкал клювом. Ну и стегозавр. Шансов ноль. Вообще шансов ноль у него здесь на победу. Давай, давай, ходи. Мясо. Вот и все. Вот и спета песенка. Так, а я хочу посмотреть, куда мы с тобой переместимся. На какую позицию? Так, мы сейчас находились на 73-й, по-моему, да? 71-я. С нее мы попадаем на 56-ю. Ну? Да блин. 5 еда это, а? Ты посмотри. Так, подожди секундочку, я здесь заберу награды. Так, использовать... А, еще и моды. Давай моды заберем тогда уже. Пока есть такая возможность. За еду, да? За хавчик лучше, да, лучше за хавчик. Давай, Дельта, что-нибудь там нормальное подкинь. Так, вмешательство. Ну, в принципе, отключает мод вражеского существа. Это даже неплохо. Следующий. Так, увеличивает запас ОЗ на 20%. Ну, неплохо. Неплохо. Так, используйте в сражении 3 разных класса животных. Ну что, давай, наверное, быстренько с тобой сделаем это дело. 3 класса. В канозойскую эру, естественно. Сразу же запрыгиваем. Ой, что я делаю-то? В ПВПшку. И вот. Раз, два, три. Блин. Ну и кто же нам здесь достанется? Ух, ё-моё. Дедикуру, сумчатый лев. Хорошо. Хорошо. Так, ну что, сразу... Ага. Будет менять, наверное, да? Так, меняет все-таки. Нифига себе. Хорошо, мы тоже поменяем. Ой-ой-ой, как-то нам невыгодно так, ребята. Получилось. 300, если он сейчас сделает 2 атаки, нам крышка. Он меняет. Еще не легче взял, а? Меняем. Берем бонусы. Так, ему придется поменяться. Однозначно придется поменяться. На кого? На этого, да? На сумчатого льва. И он ничего не стал делать. Блин. Ну что, ребят, я не знаю. Я попробую сейчас все слить в атаку. Посмотрим. Есть. Вырубаем его, короче. Так, сумчатый лев готов. Дэдди Курус тут выползает. Плешивый Йода. Ну что, давай. 6.
Ну и что ты будешь делать? Три тратит. Угу. Три потратил. Три у него в запасе, да, оставалось? Насколько я помню. Ага, я так и думал. Я так и думал. Ты заколебал, а? Давай вот так вот сделаем. Шесть. Ну что же, вот и все, в принципе, да? Шесть он скинул. Так, нам нужно сделать ему две атаки. Всего лишь. Раз-два, раз-два, три. Раз-два. Блин, я опять опростоволосился, да, чуть-чуть? Плохо просчитали мы. Ничего не стал делать? Окей, раз, два, три. Раз, два, раз. Угу. И без гистокурус. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Будет все сливать? У него шансов нет, ребят, ему нужно все сливать. Но он не воспользовался этим моментом. Поэтому все, ему крышка. Кранты тебе, парень. Ему надо было все 7 сливать, тогда бы он меня пробил бы. А то, что он 5 взял, это фигня. Ну что, мы прошли с тобой. Соответственно, получаем сейчас награды и продолжаем наши схватки на арене. Так, приз любителя. Как-то ерунду дают. Давай еще разочек крутанем. Может быть, что-нибудь на этот раз по пути ее выпадет нам. Да ну блин, ну дали бы лучше бы. Лучше бы дали бы мне очки доверий. Ну что, забираемся с тобой. Ежедневный пак. Открыть. Вот, доллары хоть дали. На аренке хоть немножко повоюем. Так, что я там хотел? Да, я хотел продолжить. Продолжить наши поединки на арене. Пока еще есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Так, что такое схватка? Так, ну что, возьмем, наверное, Алангазавра. А вместе с ним так его отправим. Ну, давай Диплотатора возьмем и Таника Лагриуса. Вот такая команда будет. Не совсем, конечно, я уверен в ней. Но у нас все равно выбора нету. Так. Блин. Вот Рамфоринха мне тут только не хватало. Так, ну этого мы, понятное дело, вырубаем сразу же. Окей. Следующий тоже вылетает у нас, да? Пахицератопс. Даже если он возьмет своего Рамфоринга, это ничего не решит. Абсолютно ничего не решит для него. И Пахицератопс. Его тоже здесь ничего не спасет. Такие шипы на пятках у этого, да? Смотри. Ха. Ну-ка. Даже не стал брать защиту. Не знаю, на что он тут рассчитывал. Без понятия. Ну что, мы с тобой победили. И забираем что? Награды, естественно. Какие-то. Так, на какое место мы с тобой приземляемся? На 42-е. Здесь нам выдают. Да ё-моё, ну...
Вот всегда останавливается возле того, что мне нужно. Но не далее, да? Так, ну, попробуем вот такой. Это последний наш на сегодня поединок будет. Один летун и плюс два хищника. Уж не знаю, что из этого получится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотя, подожди, против этого летун самое то. Здесь первый ходим мы. Отлично. Врубаем тогда Акантастегу. Трицератопс мод 2. Вышел, явился, не запылился. Что будет делать? Ничего. Ну и фиг с тобой. Сейчас посмотрим. Допустим. Даже если он ничего не потратит, все равно ему крышка. Ну все, парень. Тогда адьюс. А иритатор, ну, он здесь вообще ничего не решает. Вообще ничего. Ну давай, давай, давай. Что ты там носом водишь? Все равно тебе крышка, как ни крути. Тебя умоляю. Вот на что они рассчитывают, когда ставят, ребята, бонусные очки, я не понимаю. Что я ничего не буду делать? Глупо на это рассчитывать, я все равно буду что-то делать. Атаковать хотя бы пару раз атаковать. Ну, чтобы вообще не ставить себе никакой защиты. Это глупо. Так, друзья мои, 28 место на выживших. Я считаю, что это неплохой результат. И... твою налево. Нам буквально чуть-чуть с тобой не хватило, чтобы мы... махонькие ужасики. Чтобы мы с тобой перешли на следующую лигу. Буквально чуть-чуть не хватило динозавров. Так, ну вроде бы и все. На сегодня можно, в принципе, друзья, закругляться. А, подожди, закругляться. Закругляться. У нас же здесь точно. Так, а кого же я хотел? Ну-ка. Тиранотитан с кем у нас? Суперзавр. А суперзавра у меня нету, да? Угу. Поэтому бесполезно здесь пока это делать. Анкилозавр. С кем у нас? А, у нас есть. Анкилодок у нас есть. Тогда пока... пока это, наверное, подождет. Начать эволюцию, блин, я вот не знаю, стоит ли начинать. Или нам все-таки кого-то нового. А ты с кем? Банана-гномиус. Ну, такого у нас нету, это же у нас рыба. Так, а ты с кем? Блин, эрликозавр. Конечно. А ты что там высматриваешь? Ты с кем у нас, может, гибрид? Со стегоцефалом. Это получается лабиринтозавр. Кстати, лабиринтозавр очень неплохой даже. Единственное, что стегоцефал у меня... вообще он может добываться? Твою налево, не может. А лимносцелис у нас с кем? С колоборингом. А колоборинг... твою налево, он только у нас за янтарь. Блин, паршиво, друзья, паршиво. Кулазух. Он только с сарказухом. Да что ж ты будешь делать? А сарказух у нас... сарказух — это легендарная карта. Ну-ка, ты у нас с кем? Вот. Вот, ребята. Топижара у нас уже готов, поэтому нам нужно только лишь
Монолофозавра прокачивать. Вот что я тебе скажу. Мы, наверное, с тобой этим и займемся. Начать эволюцию. Так, можно быстренько сделать? Ай, спасибо большое. Ой, подожди, не туда. Так. Это до тридцатки, да, получается? Мы сможем его. Ладно, пускай будет. Пускай будет прокачиваться. Тут опять какая-то кипишня. С кем? Ну, Гуанлунь, ну ты-то куда лезешь? Я не могу понять. Куда ты-то лезешь? Все, никак не успокоишься, да? Ладно, давай ловить его. ДНК лишними не будут. Окей. Так, третий раунд из четырех. Раз, два, три. И последний. Все, идеальная поимка. Так, а здесь у нас... А кого можно еще вывести? А, спинозавра, да? Мы хотели с тобой. Но мне кажется, у меня не хватит денег, чтобы его активировать. А, 10 хватит. Все, пускай. Потому что у нас его не было. Это будет первый в своем роде динозавр. Ну что, друзья, на сегодня я на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!